Председатель горсовета Ольга Медведева подвела итоги третьего года работы депутатского корпуса. Она подробно остановилась на каждом из направлений деятельности. За отчетный период проведено 12 сессий, принято 141 решение. В числе важнейших – городской бюджет и внесенные в него корректировки. Благодаря активной работе структурных подразделений городской администрации, максимальному участию округа в федеральных и областных программах, при всесторонней поддержке губернатора области Вячеслава Владимировича Гладкова, городская казна дополнительно к 13 миллиардам получила еще более 4,5 миллиардов рублей. Эти дополнительные средства направили на развитие дорожной сети, строительство детских и спортивных площадок, реконструкцию дворов, общественных пространств, тротуаров и межквартальных проездов и другие нужды города. Также депутаты приняли решение установить мемориальную доску заслуженному врачу России Владимиру Куликовскому. С такой просьбой к депутатам обратился коллектив Белгородской областной больницы имени святителя Иоасафа. Памятный знак, мемориальная доска появится на 9-м корпусе областной клинической больницы, которую Владимир Федорович долго возглавлял, в которой работал и где сегодня работают многие его ученики. Еще одна тема – исполнение наказов избирателей. На начало года реестр состоял из 212 позиций, которые должны быть исполнены до 2023 года включительно. В январе 2021 года было исполнено 132 из них. До конца года будет выполнено еще не менее 17 наказов. Виктор Лукьянчиков, Дмитрий Ерема, Белгород Медиа.